если ты фашисту с ружьем не желаешь навек отдать дом, где жил ты, жену и мать, все, что родиной мы зовем, знай, никто ее не спасет. Если ты ее не спасешь, знай, никто его не убьет. Если ты его не убьешь, так убей фашиста, чтоб он, а не ты, на земле лежал. Не в твоем дому, чтобы стон, а в его по мертвым стоял. Так убей же хоть одного, так убей же его скорей. Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей. Беседу повторял: не унывай, не взорвемся, так прорвемся, будем живы, не помрем. Срок придет, назад вернемся, что отдали, все вернем. Самого б меня спросили, ровно столько знал я. Что там, где она, Россия, по какой рубеж своя? Расскажи нам про русскую дорогу, которая ведет на Берлин, как солдаты понемногу добирались. Наша бескровленный отряд уходит от врагов, питаясь на ходу щавелевым листом. Ночуем в Ираке под калиновым кустом. Нам отдохнуть нельзя, бегом, бегом, бегом. А наши якобы друзья заселятся бугром и смотрят, как нас бьют, не отрывая глаз. И только длинные дороги полностью за нас. Выдры слезы, отдохни немного. Я русская дорога. Правде до самых глаз. Через какой-то срок враги опять догнали нас и бьют еще сильней. Вот и пореша. Но лютые морозы к нам на вырежу спеша. Погоди, утри горючие слезы. Мы русские морозы. Заморозим, заметем тоскою. Поманит Москвою. Нам как родная мать, но из время хоронится, а из время наступать. И вскоре объявились мы во вражьих городах и стали все крушить вокруг, разбили пух и прах. Порвали на куски, размолотили в хлам и, добивая, объясняли стонущим врагам. Запомните загадочный тактический прием: когда мы отступаем, это мы вперед идем вместе с камнем.